там вот мы все вспоминали постоянно начало чемпионата. Здесь ее Кипака бросил, не забил. До ворот до шайбы не дошла. Сейчас посмотрим Бурдасов на Кузьменко. Я чуть позднее продолжу мысль свою. Бросок от синий Бурдасов вместе с Кузьменко. Ну, тут и один, и второй чисто теоретически могли забивать. Ну, и вот момент, когда Кузьменко не забил, а потом и Бурдасов тоже пытался. Хотя в целом это вот даже два броска от Андрея Кузьменко. Причем очень непростое спасение-то Красоткина. Вообще, думаю, что если бы, конечно, верхом шайба полетела вот после касания клюшки от Андрея Кузьменко, то Красоткин бы не спас.